have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Нам тут только что напомнили, что ни слова по-русски. Привет. Вы пока стреляйте, я перезаряжусь. Сумку лутать не надо. Я так понимаю, это как раз то самое задание, от которого у всех бомбит. Мол, как это стрелять в безоружных и всякое такое. Ребята, это игра. Это игра. Еще раз напоминаю. Для особо впечатлительных. По лестнице, быстро. Вот. Так быстро, дайте, я бежать не могу. А я тебя вижу. Да, это террористы. Да, по вам стреляют. Вот это вот поведение полицейского было полностью неприемлемым и непрофессиональным, если что. Не мучайся. Ой, я мог... Оу-оу-оу-оу! А чего вы по мне-то стреляете? Погодите, может тут какие-то коллекционки есть, нету? Да, хотел так сделать. А бутылки не разбиваются. Чё за фигня-то, блин? Не, ну это... конечно, беспредел. Серьезно, в баре бутылки, которые не разбиваются. Для чего вообще бар в игре, если там бутылки, которые не разбиваются? Блин, ребята, те, кто занимался ремастером, чем вы занимались нафиг? Вот это было все и в старой игре, насколько я помню. Собственно, из-за этого там куча срачей была. Сделайте что-то... по-другому. Пошли. Да пойдем, пойдем. Я могу вызвать лифт? Окей, пойдем. Это жестоко оставлять людей, они все равно умрут, надо их добивать. А то вы как эти, как твари бесчеловечные, стреляете, стреляете, потом они тут ползают. Ребят, там говорят, автомобили будут отбуксированы. Никто тут не парковался. Ой, земля. Делите богатство. Хорошо. Так. Проверить экипировку. Давай. Как я этого ждал? А мы что ли нет? Вперед. Давай, прикрываю. Пошел, пошел, пошел. Группе 4. Следить за вторым терминалом. Террористы могут пройти через подземный туннель. За Захаева. Прием. К черту вашего Захаева. Что за... Так, надо в укрытие. Пулеметчик во время перезарядки. Это страшный уязвимый человек. За колесо. Иду. Огонь на подавление.
Заходим. Хорошо, хоть не на час. Флешку долбанули. Да ёпарэ сатэн! А, я оказался с перезарядкой без прикрытия. Ладно, хорошо. Это, ну да, это мой косяк, моя одежда. Откуда? Ой, блин, отсюда. Интересно, щиты пробиваются или нет? Блин, ребят, я из пулемета, если что, стреляю тут, а не из рогатки. Я не думаю, что щит может выдержать. Группа 6, мы отправляем грузовик к 17-му выходу второго терминала. Противник на час, нет, ладно. Флешка. Я опять перезаряжаюсь не вовремя. Я тебя понял. Грена! За ногу. Я так и не перезарядился, да? Круто. Балкон! Да блин, ну... Хватит состревать, олень! Блин, эта штука неуправляемая. Надо было Грену сюда припасти. В укрытие, олень! Серьезно? Ты живой? Принял. Вижу его в прицеле. Пошли, ребята. Вперед! Листы! 30 секунд. Вперед! Беспомощные. Все за вас разруливать приходится. Собственно, по вот этому заданию как раз можно понять, что терроризм обречен, потому что это дебилизм полный, то, что сейчас происходит. Ну это ладно. Ну открывай уже, давай. Чпоньк. Я бы на самом деле сейчас бы завалил бы Макарова. У тебя же задание что-то с ним сделать. Почему бы не сделать это сейчас? Я вот не понимаю, почему мы вообще в этом всем участвуем, почему мы не можем просто завалить его и все. Вот прямо сейчас. Одна пуля решила бы все наши задания. Ну, шевелитесь. Все, всю нашу задачу, все. Берешь такой, да, чпуньк в него и все. Подарочек мы им преподнесли. Это еще не подарочек. Ну вот, конечно. А вот это подарочек. Американец думал нас обмануть. Когда обнаружишь тело, шум будет на всю Россию. Ай. Причем в начале задания, во время загрузки, они такие: ты не знаешь, сколько у нас ушло сил и всякого такого, чтобы внедрить тебя туда, там то-то, сё-то. Я, ребят, не понимаю этой фишки. Если Макаров такое чмо, и нафига мы сейчас ему помогали? Почему нельзя было просто уничтожить его и все? То есть, по сути, сейчас можно реально подтвердить, что Америка помогает вот всей этой фигне. Иначе я не вижу смысла этого здания, которое только что было.
Вот насчет чего шум должен был подняться. Насчет того, что фу, зачем вы это делаете и всякое такое. Нет, это Шутан. Здесь приходит пострелять. Первым нанес вот. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Какие нафиг доказательства вам нужны? Вы могли убить его просто. Какие... Блин. Ай, мне это одному кажется таким дебилизмом. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Доказательства им нужны. Становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Какой ключ к Макарову? Вы о чем говорите вообще? Вы понимаете, что вы могли это все предотвратить? Ваш человек был внедрен к Макарову. Допущен на расстояние выстрела. У него был пулемет. Он мог всю эту группу в лифте еще перестрелять до начала войны в аэропорту. Вас понял. Сообщник группы появился. Какие дебилы. Нет, машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так она снова остановилась. О, это, кстати, Буханка. А вот и он. И, похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Коуст, у нас проблемы! Ложись, ложись! Да я нажал! Игра! Прекрати, я нажал! Это можно пропустить, пожалуйста? Коуст, номера те самые. Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Никак нет. Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Коуст, у нас проблемы! Все, я сразу нажал. Ложись, ложись! А ты-то сам что не прилег? Вылазим. Коуст, наш водитель убит! Идем да вперед. Ладно, капитан, иди, спасибо! Кэп, очевидность. О, игра сохранена. Роуч, это надолго. Бери Мита и Ройса и найди следы Рохаса в трущобах. Он направлялся туда. Ладно. Помните, в трущобах полно гражданских. Да, поэтому да. Смотрите, куда стреляете. Например, в лампочку. Так, в окне, на первом. Браво 6, будьте осторожны. В нижней части замечено ополчение противника. Роуч, я с тобой. Да там, я вижу этого снайпера. Вы что делаете вообще? Ты что делаешь вообще? Граната была там... Ага, убила граната, сейчас. Она откатилась от меня, черт знает куда. Ай, блин, вот это начало серии. Сколько меня уже прибили? 3 раза? 4? Помните, в трущобах полно гражданских. Полно, полно, да. Куда стреляете? Мит, убери отсюда этих штатских. Вас понял. Минус. 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 Да я убегаю от этой гранаты фиговой. Какое окно? Я там уже убил человека. На. Меня убил сейчас, я перелазил вообще. Ай, блин. Так, сейчас. Их там по 2-3 человека в каждом этом. Так, хорошо. Да перезарядись ты уже. Сколько можно в эту кнопку-то тыкать? Что там у вас? Прием. Полно ополченцев, никаких следов Рохаса. Отбой. Вас понял. Продолжайте искать. Держите меня в курсе. Отбой. Ах ты живучая тварина. Идем.
не терять времени сказано на вас. Поздравляю его. Да на здоровье! Пусти меня, олень! Ха-ха, спасибо за прикрытие, ребят, спасибо, спасибо. Не теряй времени, иди дальше, идешь дальше. Я ранен, и тут тебя, короче, оставляют там одного. Ну, вообще круто. Ой, я тут этих уже всех липнул. Ройс, что там у вас? Прием. Полно ополченцев, но никаких следов Роха. Да мы зачищать отбой. Это будем? Или но где? Держите меня в курсе, отбой. Да перезаряжайся ты вовремя! Твою за ногу! Сам ты френч! Какого фига они сзади заходят? Где прикрытие? Ты сдохнуть не хочешь там? Грена! Здание, здание! Да выйди ты, дебил! Вижу. Убил, не убил? Ага. Фиг там. Да прикрытие будет сегодня или где? Восстановись! Чёртова грена! Нет, нет, нет! Блин, нафига ты присаживаешься? Я тебе shift нажимаю! Ай! Да, опять отсюда, хорошо. Да идем, идем! Я-то иду, вы не идете, олени тупорылые, ну блин. Я его поздравляю с этим, блин. Выпишите ему орден там какой-нибудь за это. Вы мне предлагаете, чтобы я туда сам совался. Нафиг вас, я вам тут кладбище открою. Да я в него... Ничего, вы видели, я в него прямо стрелял? А, игра сохранена, спасибо. В смысле сзади? В смысле, блин, сзади? С какой стороны они сзади-то заходят? Чё происходит-то? На! Чёрт, идёшь! Интересно, они тут заканчиваются или нет? Пойдём. Геноцид, геноцид вам сейчас устроим, да. Выгляни! Нафиг иди, нечего тут высовываться, гражданским. Роуч, я ранен! Поздравляю! Роуч, подожди Рохаса, он идет назад под покрышем. Мы не дадим ему повернуть обратно, иди вперед. Я видел, что это был гражданский. Нефиг было бегать у меня под носом. Да, пойдешь один,
Пап, а до этого я был не один. Ага, спасибо. Так, собак не трогать. Собак в играх. Ай, блин, это не тот. А это тот. И это тот. Я не хотел вас трогать, честно. Так. Сверху из гранатометов. Офигительно просто. Я рад просто как... Вы без меня что-то сделать можете или нет? Да сюда забеги! Да хорош орать, блин! Это слово Роуч, блин, по 10 тысяч километров, блин, на метр квадратный. Хватит! Эй, Роуч, мы без тебя ничего не можем! Роуч, иди сюда! Роуч, тебя тут ждут! Роуч, иди это! Роуч, поц! Роуч, это, салага! Роуч, это! Да кто в меня попадает-то, твою за ногу? Все, успокоились? Кто? Да в мою сторону он движется, да. Я вовремя сообразил. Твою за ногу! Я согласен насчет слишком много, ребят. Да беги! Да беги ты! Я за укрытием уже был. Кто меня убил? Да что это происходит? Ладно, 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 я понял. Да опять отсюда! Мы следим. Давайте вы пойдете на перехват. Какого фига? Да кто по мне стреляет? Что за фигня? А, я понял, кто. Да нафиг шумовые, вы хоть понимаете, что здесь происходит, нет? Грена, 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 грена. Я его поздравляю, пусть капусточки там прикупит себе. А где этот СССР? Ага, вижу. Какой сзади? Какой сзади? Вы о чем? Какой сзади, блин? Да блин! У меня патрон заканчивается так-то. Да, хорош! Сдохните, сдохните, сдохните все! Желательно! Где? Так, у меня последняя обойма. Да поднимаюсь, поднимаюсь. О, мне есть... Не остан... Куда здесь дальше-то? Так, дай мне автоматическое что-то. Почему у вас нету автом...
Блин, курицу я трогать не буду. Он перепрыгнул забор. Иду за ним. Понял. Захожу слева. Роуч. Суперски. Бежит в твою сторону. Не вздумай стрелять. Там кто-то орет. Я в тупик прибежал ваш за ногу! Зачем мне эти мосточки, если они меня в тупик ведут? Значит, блин, быстрее. Да заткнитесь ты со своим. Да найн, да запрячься ты. Ух. Гоуст, я захожу справа. Куда? Понял. Блин, у меня такое ощущение, что все это вообще мимо меня происходит. Какое говно я вляпался. Мне не сюда, а куда мне тогда? Запрыгни, пожалуйста, имбецил. Так, туда, но тут тупик. Сюда тоже, тут какой-то сральник, блин, сюда не пролезешь, тут машина горит, и все хорошо. Ребят. Такая музыка напряженная, все дела, а куда мне? То есть я запрыгивать ни на что не могу, у нас чувак не прыгучий так-то. Вон, 24 метра я, конечно, понимаю. А, вот сюда, фу ты! Привет. Я пропустил довольно неочевидный проход. Да, груз у нас. Повторяю, груз у нас. Командир, все готово. Высылайте вертолет. Координаты. Черт! Высылайте вертолет немедленно, пока путь свободен. Похоже, командованию нет до нас дела. Придется убираться самим. Да, очень круто. Мы же все это так любим, блин. Знаете, пока что все, что здесь происходит, похоже на какой-то бред и сюрреализм, потому что ни одна из этих операций не выглядит как что-то тактически грамотное и продуманное. Берется просто, а мы быстро все побежали вперед и типа делай что хочешь. Нифига. Мы засекли 70 самолетов противника в вашем квадрате. Подтвердите. Очень смешно. Нет, не подтверждаем. Неполадки в системе автоматического контроля, сэр. Сент Браво. Будем искать поломку в оборудовании. У нас все чисто. Видно, у вас там радары барахлят. Отбой. Зулу X-Ray 6. В вашем квадрате обнаружено около 100 неизвестных объектов. Подтвердите. Не подтверждаем. У нас все чисто. Даже не знаю, что вам сказать. Может, буря на солнце? Сегодня повышенная солнечная активность. Сьерра-Дельта. Ох, у нас тут сбой системы контроля. Кого-нибудь наблюдаете? Прием. Они повсюду. Сьерра-Дельта, повторите. Как они туда вообще могли попасть? Спокойно. Пробую связаться с ближайшим отрядом в этом секторе. На связи. Первый батальон 75-го полка рейнджер. Это сержант Фоули. Замкомандира Хантер 2-1. Как слышно, прием. Всем постам. Спутниковое наблюдение отключено. Система акустического наблюдения и радиолокационная станция тоже не работает. Потерян контакт с Анаполисом! Где авиаподдержка?
что происходит? Какие-то причины, какие-то... То есть ни к одному из заданий ни разу никто не объяснил, почему это так, что это так. Просто ставят перед фактом, на, короче, подавись. Вот все так и все. Траншею, траншею. Понял, оверлорд. Мы столкнулись с бронетехникой противника. Продолжаем путь пешком. Конец связи. Это оверлорд. Вас понял. Удачи. Отбой. Не стрелять. Не стрелять по БТР. Они нас не видят. Держись правее и позади них. Спасибо за очевидность. Видимо, американских солдат считают настолько тупыми, что им дают приказ не стрелять по БТР. Из этой пукалки БТР она ничего не сделала, даже вряд ли краску поцарапает. Вызовите полицию. Там и должен быть рептор. А чё колесики такие легкие? Нас заметили. Ребята! Рамирос, бросай дымовые гранаты. Дан, Морган, прикройте его. Брось дымовую гранату в БТР. Да беги ты! Да, раненый у вас. Пока дым не рассеялся, беги мимо БТР в переулок. Да беги в переулок! Офигеть! Ай. Почему меня всегда загружают с неперезаряженным оружием? Ну, что мне интересно. Что вы мне предлагаете? БТР нас не видит. Как только мы выбегаем, БТР сразу же в нас гасит. Спасибо, ребят, спасибо. Да успокойся ты, блин, ёпрст, да я выйду хотя бы. Ага, спасибо, спасибо, да-да-да, да, я оценил. То есть, вот про такие моменты, ну, как в прошлой серии, в этой серии я тоже говорил, потому я взял среднюю сложность, потому что... Ну, БТР меня видит! Граната бы еще дольше подождала, пока взрываться. Осторожно, грузовик на 12. Оп, я тебя понял, да засунься ты за контейнер. Валим, валим, валим. Угу, спасибо, молодцы, на месте суперское прикрытие, ребят. Давайте не от БТРа. Ладно. У нас есть потери. Да нас дохнет. Осторожно! Грузовик на 12! Чё, ты же морской пехотинец, почему ты так долго перезаряжаешься? Валим, граната! Перезаряжается просто отвратительно долго, на самом деле. Зайди, зайди в мага, зайди в мага. Чтоб тебя. Да на... Какие-то, блин, текстуры непонятные. Что-то блокирует, что-то не блокирует, что-то происходит. Блин, игра кривая в... Крив, да в кость, как только можно. А, офигеть. Вперед, вперед, вперед! В этом БТР, черт его. Куда ты бежишь? Беги вперед меня, пожалуйста. Мне игра говорит за тобой бежать. Беги вперед, тварь. Рядовой, доложить обстановку. Где рептор? Он в голове.
холодильной камере. Она почти пуленепробиваемая. И как он? Пока без сознания. У вас есть брат? Так. Капрал Дан, выясните. Что еще? На крыше лежит контейнер снабжения. Там орудие М5. Камира, отправляйся на крышу и разберись с орудием. Да шо вы такие меткие? Пою за ногу. Куда? Слежи. Что с противотанковыми орудиями и авиаподдержкой? Никак. Ясно. Да твою за ногу. У кого есть лишнее? Да хорош, блин. О, соберись по ней на крышу. Где? Сфигали тут противник-то? Сфигали тут? На кухне, да пропусти ты меня! Ай, бесит. Где эта чертова служебная? Вот кухня! Бесит, просто бесит. Плохие новости! С юга идут грузовики! Оборонить, я его сломал. Игра сохранена. Оборонить, я его сломал! Вот это просто эпически опасность сейчас юга. Было. Больше двух дюжин пехотинцев. Сзади на крыше враги. Они используют дым для маскировки. Говорит Хантер 2-1 главный. Рекомендую использовать тепловизоры. Скорее заряжайся, ты солдат, или где? Кто по мне стреляет, не подскажете? Скорее перезаряжайся! Что меня убил? Просто что происходит? Это фигня какая-то. Круто, круто. Несите, несите. Дальше несите только. Опасность юга. Больше двух дюжин пехотинцев. Они используют дым для маскировки. Говорит Хантер 2-1 главный. Рекомендую использовать тепловизоры. Да, блин. Враги на крыше. Какого фига, блин? Оборона прорвана, бах, тебя уже сзади тюкнули по голове. Ну вы серьезно? Давайте я или там буду оборонять, или здесь. Что происходит? Закройте люк вот этот вот. Ну че вы как рахиты какие-то? Вы солдаты или где? Ай, бесит. Больше двух дюжин пехотинцев. На крыше враги. Они используют дым для маскировки. Говорит Хантер 2-1 главный. Рекомендую использовать тепловизоры. Веду цель. Граната пошла. Оборона прорвана. Враги на крыше. Какой РПГ? Вы о чем? Я обороняю крышу. Почему они залазят со всех сторон? Почему вы не рассредоточились по крыше, блин? Где? Ромирес, огонь на подавление! Отряд! Противник на крыше! Обернитесь! У нас потери!
Двигатель на севере! Ясно! Контакт на севере! Внимание! У нас контакт на севере! Ну я вас поздравляю! Огонь на север! Если вы будете крышу оборонять... Они устроили дымовую завесу на севере! Ясно! Кто может, переключайтесь на тепловизоры! Где? Рамирус, контакт на 10. Да хоть на 20, блин. Противники на крыше, они прорвались. Прочасно. Да ну... Вы помогать не собираетесь, я так понимаю, да? Прием. Дайте штайраут хотя бы возьму. Состояние стабильное. Вас понял. Всем проверить оружие и патроны. Они скоро вернутся. По один дельта. Северный тут два БТР. Вас понял. А, мне интересно, почему они приходят со штайраут. Вот что мне интересно. Прочь с крыши! Прочь с крыши, понятно. Чуть не сдох, пока спрыгнул. Вижу бойца противника, управляющего беспилотником. Он внутри закусочной, на западе. Рамира! Уничтожь этого гада! Я пошлю ребят тебе на подмогу. Давай! Куда? А, куда? О, там БТР, вы видели? Там... Укрытие! Вас заметили с БТР! Я за укрытием, блин, вы чё? Иди нафиг. Офигеть, круто, блин. Я сижу за укрытием, со стороны укрытия мне прилетает. Это, причем из автоматического оружия. Ну, спасибо. РПГшки, а, не пустые, отлично. Ай, блин. Давай, штайраук. Да я знаю, что он укрылся, блин, в закусочной. К вам тут люди заходят. Тут я не пройду? Ну, а пройду нормально. А сфига ли в Америке Жигули делают? Вы не подскажете? Нафиг, 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 нафиг. Я бегу, я бегу, бегу, бегу. Заткнитесь, 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 заткнитесь. Беги, пожалуйста. Да ёпарасоте, я за укрытием был, ну что, не надо только заново оттуда сейчас. А-а-а, бесит. Да, спасибо, спасибо, игра, спасибо, да, я понял. Да, противник. Противник на час, блин. Да успокойся! Может, вы тоже кого-то стрелять будете, бесполезные? Я знаю, что противник, блин. Он по парашюту бегать, кстати, не хочет. Ну заходите, палите в них! Да.
Все? Уничтожить. Каким образом? Игра сохранена. Супер. Так. Фигали, а? А? Прикрыть нельзя, блин. Отличная работа, ребята. Собираемся здесь. Прямое попадание, Хантер 2-1. Не сбавляй темп. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Молодцом. Рамира, собираемся в закусочной. Прямое попадание, Хантер 2-1. Можно каждый раз не забирать у меня из руки чемоданчик? Че, БТРов уже нету, да? Отличная работа, ребята. Собираемся здесь. Так, там я ни в кого не... Перегруппироваться, хорошо. Пойдем. Кого? За ногу. Так кто ж по мне стреляет-то? Внимание всем, план меняется. Рамирес, скажи своим охранять Бургер Таун. Мы переместим туда Рептора. Старое укрытие рассекречено. Всем внимание. Рептора надо переместить как можно быстрее. Ждите нас у южного входа. Надо убираться из здания, пока бомбардировщики не пошли на новый круг. Пойдемте выкурим их. Зешка. Всем внимание! Так. Мы перемещаем рэптора из закусочной Нейта в Бургер Таун. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Молодцом! На счет три! Один! Два! Три! Вперед, вперед, вперед! Вон они идут, я их вижу. И вас, вас я тоже вижу. Да ну не вырывайте у меня чемоданчик из рук каждый. Один готов. Прямое попадание, Хантер 2-1. Избавляй темп. За мной! Рептор в холодильной камере Бургер Тауна. Он там в безопасности. Дверь заперта. Не пускайте сюда русских. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Молодцом. Конвой прибудет через минуту. Прямое попадание, Хантер 2-1. О, это так бесит каждый раз нажимать. Хантер 2-1. Еще 15 противников идут в закусочной с запада. Прием. Я их уже успел заметить. Долой. Просто отлично. Больше 5 точных попаданий. Молодец, Хантер 2-1. У нас соревнования? Хантер 2-1. 15 бойцов противника направляются к вам с севера. Прием. Готов. Хантер 2-1. Подтверждено еще более 5 попаданий. Привет, ребят. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Молодцом. Группируйтесь, ребят, группируйтесь. Главное, группируйтесь. Отлично. Больше 5 попаданий. Хантер 2-1. Еще 15 противников идут к закусочной с запада. Прием. Беспилотник сбили. Беспилотник уничтожен. Повторяю, беспилотник уничтожен.
Хантер 2-1. Ракеты воздух-земля недоступны. Я их поздравляю. Черт. Грены! Упс. Я своих убил. Да блин, я-то их не вижу. Грена. Ты из чего там стреляешь? Блин, РПГ пустой стоит. Пустой, черт побери. Понял. Да выйди ты через эту чертову дверь. То есть РПГшками я его не собью, только стингером, да? Залезь, пожалуйста, ты, блин, толстожопый американец. До свидания, чувак. Оружку подними, пожалуйста, свою обратно. Отлично! Вертушка сбита! Валим сюда. Хантер 2-1. Голиаф 1 засек патруль на юго-востоке от вас. Прием. Иду вперед. Хантер 2-1. Голиаф 1 сообщает о вертолете противника, идущем в ваш район. Прием. Внимание! Да перезаряди ты на ходу. Ну что ж ты как... Стингеры на крыше закусочной. Этот встанет еще, кстати. Да хорош, кто меня убил-то сейчас? Че это за ваншоты? Хорошо, хорошо. Я тебя не видел, думаешь, да? Я видел стингеры на крыше закусочной Нейта. Вот кого фига ты к ним спиной-то стоишь? Фиг ли тебя прикрывать, ты бесполезный. Да хорош! Укрывается противник, блин. Где тут эта чертова лестница была? На кухне. Да я знаю, я иду туда, ты дебилоида кусок! Скорее! На, до свидания. Отлично! Вертушка сбита! Одеялом тебя прикрыть, что ли? Он смотри, сколько десанта лезет.
останетесь возле транспортной колонны. Ну так пойдемте, что стоим-то? Кого вы стреляете? Да беги, блин, ты! Я не понимаю, как ты можешь выдохнуться, черт побери, вы солдаты или бочки с салом, кого фига вообще происходит? Нажимай Shift, блин, серьезно! Все, залазь, валим отсюда. Главное рядового Рамиреза вывезите. Повторяю, объект в безопасности. Мы выдвигаемся. Оверлорд, принято. Отлично. Отбой. Отряд, в Аркадии еще осталось 2000 мирных жителей. Если у кого там семья, считайте, вам повезло. Мы идем их спасать. Фух. Нет, на самом деле, ребят, я не ощущаю поддержки солдат вокруг себя. То есть, хотите сделать игру, где я буду один против всех? Пожалуйста, проработайте уровень, где можно быть одному против всех. А так как здесь происходит, это, к сожалению, совсем не то. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Попробуйте перезвонить позднее. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит — наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Зачем мы ловим Макарова, если мы могли еще два задания назад тупо убить его, и ничего бы этого не было? Тупорылое, блин, командование и все, что здесь происходит. Попробуем пробиться к площадке. Вперед. До свидания. Улица о нем позаботится. Согласен. Я уже о нем позаботился. Все, ребятки. Тогда на этом мы пока что заканчиваем. Осиное гнездо. Пойдем в осиное гнездо уже в следующий раз. Меня сегодня уже достаточно бомбануло со всего того, что здесь происходит. Вот. Сказать, что здесь происходит абсолютнейший сюр и бред, это ничего не сказать. То есть с точки зрения сценария, тут люди вообще в принципе не заморачивались, они просто такие взяли кучку букв, кинули на кучку листочков и, короче, на, хай, играют. Насчет продуманности уровня, я тоже не могу сказать, что уровни здесь офигительно продуманы, то есть левел дизайн здесь страдает просто чудовищно. В связи со всем этим у меня начинает закрадываться вопрос, а сфига ли эту игру ремастерили вообще? То есть я понимаю сделать ремастер игры, которая какая-то культовая, уж там, ребятки, например, того же Резидента ремастерить, это я могу понять, потому что там была очень крутая завязка, там были очень крутые персонажи, и чего не хватало той игре, это игра, то графики. Чего здесь не хватало? Ну, я не могу сказать, что эта игра такая прям уж это. То есть, не знаю. У меня пока очень, не очень впечатление. Сколько мы заданий тут прошли? 4, 5, что-то такое. Не, мы, конечно, продолжим играть и всякое такое. Может быть, где-то откроются какие-то истины, которых я не знаю. Пока что меня бомбит не с шутана, меня бомбит с того, как здесь все сделано. Ладно, ребятки, на этом пока сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.